Тем временем кабинет министров собирается повысить пособие по уходу за ребенком до прожиточного минимума. Речь идет о пособии, которое выплачивается после достижения ребенком полутора лет и до тех пор, пока ему не исполнится 3 года. Сейчас сумма выплат составляет 50 рублей в месяц. На Ямале цифра несколько выше за счет северных надбавок. Норма была установлена 25 лет назад как временная компенсация, но осталась в законодательстве и с 1994 года ни разу не индексировалась. Премьер-министр подчеркнул, что предложение повысить сумму до уровня прожиточного минимума в регионах касается только малоимущих семей.